Окрестности Севастополя, как и сам город, представляет собой поистине землю классическую. Когда-то легендарный Одиссей проходил по этим берегам. Прекрасная Ифигения, воспетая в величавых стихах Эврипида, томилась в этих бухт тоской по Элладе. Здесь, в Херсонесе, князь Владимир принял свое крещение. И здесь же, на этих холмах, почти 100 лет тому назад, дни первой севастопольской обороны, огнем и кровью крестилась вся Россия. С тех незапамятных времен никто из врагов наших, даже на развалинах Севастополя, не смел произнести слово «победа». Был грозный 42-й год. Дни новых испытаний. По белым камням Севастополя отходил последний отряд храбрецов. Они уходили, но это не было оскорблением их гордости, чести, оружия, воинской доблести, потому что долг свой они выполнили до конца. От полковника Жуковского! Голову ранено! Осколком задело! Андрей! Борис! Армия ушла? Ушла! Слава Богу! Это последний отряд, больше никого не осталось. Будешь пробираться к партизанам? Да. Ну, прощай, Андрей. Прощай, Боря. Счастья тебе желаю. Положите подполковника вперед. Жену подполковника и дочь прошу занять места. Здесь много. Всем не сесть. Эта шестерка может взять 12 человек, не считая гребцов. Тяжело раненых положить в шлюпку. Я приказываю. В эту короткую минуту жизнь, прожитая у этих берегов, прошла перед ним. Еще недавно, прорываясь через железное кольцо воздушной блокады, корабли Черноморской эскадры везли на своих обгорелых палубах снаряды и армию, хлеб и бензин. Они спешили на помощь осажденному городу. И вспомнил он, 100 юнкерсов атаковали эсминец Грозный. Капитан Петь Вранг, командир больше 5 ранен. Приказал доложить, что вода подходит к машинам. Ход потерян. Так. Вторая машина затоплена, товарищ капитан Петь Вранг. Проверить пар.
Машинную команду наверх. Раненых и пехоту в шлюпке. А ну, есть! Есть! Поднять сигнал! Погибаю, но не сдаюсь! Как? Ну чего стоишь? Действуй! Есть! Поднять сигнал, погибаю, но не сдаюсь! Взять тебя или командира? А где командир? А мы ищем. Пошли, ребята, искать. Батя! Все посмотрим! Это на Севастополь. Место серьезное. Тут либо полковник, либо обратно покойник. А вы как, воевать? Или с родственником? К родственникам. Мужу. А-а-а. Не знает, что я еду. Ха, сюрприз, значит. Сюрприз. Гражданским Севастополь запрещен. Запрещен?
Отведите меня к начальнику. Сведи-ка ее к начальнику. Есть. Прошу вас. Вам повезло. Сегодня ночка-то тихая. Вы откуда приехали? Осторожно. Я из Москвы. О, с Москвы. А интересно знать, что там говорят про нас на большой земле. Машина! Добро. Товарищ капитан третьего ранга, к вам. Что там? Разрешите быть свободным? Да, да. Есть. Мне нужно в Севастополь. Нужно? Отказываю. А почему же вы отказываете? А потому, что вы и ваши документы опоздали. Въезд в Севастополь гражданским лицам запрещен. А кто же запретил? Штаб обороны. Послушайте, ну а где же штаб обороны? А вот в Севастополь. Ну так кому же я могу жаловаться на вас? Если немедленно, то только мне. Извините. Послушайте, товарищ, ну куда же вы тут? Опять ко мне? Да, я к вам. Вахтенный журнал. Я добиралась сюда 2 недели. Меня тошнило на этом броненосце. Разрешите идти? Идите. Нас 3 раза бомбили. Я отсюда никуда не поеду. Так, женщины, детей мы эвакуируем. Здесь опасно. Здесь стреляют. А я это знаю. Знаете? Ну, а вы-то зачем сюда приехали? Ну, у меня здесь муж. Я ехала к нему. Кто ваш муж? Перевинцов. Вы его, наверное, знаете. Значит, это письмо вам? Сокольники, матросская тишина. Да-да. 19. Мария Перевинцова. Да-да, это мне. Переслать, если я не вернусь. Вам встречать, провожать корабли ночью по минным полям и ловушкам, сквозь шторм и огонь. Я согласился. Милая, уходящее счастье мое, никому в жизни тебя не отдал бы. Жизнь, черт возьми, должна продолжаться. Для этого мы и деремся здесь, кто как может. Когда начнет строиться новый Севастополь, приезжай сюда. В любом месте Херсонеса, где-нибудь у моря, посади маки. Они хорошо здесь цветут. Это и будет моей могилой. Товарищ капитан третьего ранга, через 10 минут крейсер готов к походу. Сейчас уходит корабль на большую землю. Вы можете вернуться обратно. У меня к вам просьба. Может быть, здесь где-нибудь остались Колины вещи. Я хочу их послать матери, как память. Да-да.
был капитан третьего ранга Перевинцов. Аккурат вашего... Ясно. Или... Бинок. Есть. Я хочу остаться здесь, в Севастополе. Ну, хорошо. За Графской пристанью есть столовая. Там, кажется, нужны официантки. Официанткой? Ну, официанткой или коком. Кем хотите. Некому кормить людей. А я думала на фронт. А здесь всюду фронт. Здесь Севастополь. Самоотверженная борьба севастопольцев служит примером героизма. Продолжать. Примером героизма для всей Красной Армии и Советского Не народа. Скоро начнут. Уверен, что славные защитники Севастополя спать, с достоинством и честью выполнят свой долг перед Родиной. Краларусская бригада, полицейские поля. Я ведь с немцем с 14-го года знаком. Третий раз встречаю. И остали мне в награду поперечные креста. Чаев, а ты морями до этих пор ездил? А море глыбкая штука. Персонально в рот не перейдешь. Ну, ешь, не думай. Перед боем завсегда сил набирайся. Артиллерию их не нюхал? Ты новичок, значит. Ну, наблюдайте. Так точно, товарищ майор. И хозяйство в порядок навожу. А это откуда у вас столько патронов? Это личный запас других фронтов. Слыхали, в Севастополе на патрон нехватка, потому как море... Да, море, Черное море. Ну, продолжайте. Товарищ майор, да? Разрешите обратиться? Да-да. Вот интересуюсь узнать, Севастополь она как? Вся на пригорке, либо обратно в Ложбине? А что? На пригорке с подручней. Есть на горке, а есть и в Ложбине. Конечно, на пригорке на способней подходящие позиции. Ну ничего, управимся. А вы сами откуда? Тульской бывшей губернии, Крапивинского района, колхоз Завета Ильича. Рядовой Сизов, Никита Егоров. Ну, теперь немцу плохо будет. Самое нутро России пришло. Так точно, немцу плохо будет. Как дела на вашем участке? На моем участке все обыкновенно, товарищ вице-адмирал. Ничего нового. Враг не продвинулся, прорыв нет. Какие просьбы? Немного бы усилить артиллерию. У них сплошная завеса огня. Ясно. Как барометр? Барометр показывает ясно. Настроение хорошее. Разрешите войти? Войди. Еле уж по вашему приказанию. Садитесь. Я освобождаю вас от вашей должности и возвращаю на корабль. Благодарю вас, товарищ вице-адмирал. Вы идете на Грозный. То есть? Да-да. Как надо? На Грозный. Место Грозного на Малаховом кургане. Там начнется его вторая жизнь. Вам придется собрать людей, которые служили с вами. А самое главное, снять с Грозного артиллерию. Он лежит не глубоко.
Куда черт? Так это же наши ребята с Гродно! Сим, брат! Сим, говорим все потом! Ладно, иди, я сниму тебя, дорогой мой! Ребята, идите за нас! Ребят, я с Гродно! Приятно! Здорово! Долго тонули? С полчаса! С воздуха или так, бедный? С воздуха! Здорово! Здорово! И долго плыли? Часов 20. Холодно, мокро. Харчи нет. К тому же, сколько все потом... Гарсон! Грозный! Точно! Вы живы? От корабля, дорогая, всегда что-нибудь остается. Ой, а мне сказали, что вся команда Грозного погибла. Ну, все, разрешите представиться по алфавиту. Петр Семенов. Бывший бэк команды «Солнцеслота». Очень хорошо, что вы живы. Ну что будет? По маленькой, за возвращение с того света. 100 грамм задам. Разрешите меню? Клико или Мартель? Есть только шампанское. Все меню 5 раз. И попросите Кока приготовить рыбку. И нельзя ли нам маленький кубрик предоставить? Сами понимаете, неудобно. Не по форме одетый. Здорово, инфантерия! Борис, добрый день! Как дела? Отлично! Обедать? Так точно. Ну, пошли. Не забудь, Фатима, не промежутках между делами штудирует Крымскую войну. Вот как? Даю солдатское слово. История севастопольской обороны 55-го года прочел от корки до корки. Ну, книжный-то вот 800 страниц. Искал что-нибудь подходящее для нашей обороны. Кроме трюк. Ну и как? Ну как, неприменимо. Другая же техника. Дальнобойность огня. Ну, представляешь себе, летит ядро или бомба. Ты можешь схватить ее, выдернуть фитиль и выбросить ее в речку. А дальнобойная мортира била на 200 метров. Да, а ведь сейчас ты как аукнешь из своих корабельных на Малаховом кургане, аж на Микентьевах откликнется. Кстати, когда? Скоро. Куда же вы теперь? Без Грозного. На фронт, морскую пехоту. Инфантерию, как говорил наш командир. Возьмите меня с собой. Хорошенький не воюю. Как? Я говорю, хорошенький не воюю. Получил? Правильно. Хорошо. Чтобы ты к этой даме и вообще к женщинам подходил свято. Повтори. Ну ладно. Повтори. Ну хорошо, и так запомни. Повтори. Есть к этой даме и вообще к женщинам относиться свято. Вы живы, товарищ капитан 3-го ранга? Живу. Живы? А вы откуда пришли? Со дна морского, товарищ капитан 3-го ранга. Слышишь, товарищ капитан 3-го ранга. С открытого моря. Как вас в темноте потеряли. Часов 20 плыли. Под гребнином мыс, а я там нет. Стали работать, трофеи захватили, товарищ капитан 3-го ранга. А это что за бандура? Возмещение убытка за потопший бояр. Онер, Берлин. Ну, налейте. Есть налейте. Нас было 250 человек. Это были классные люди. 250 человек, 207 орденов. Теперь нас 6. Ну чё, я пью за ваше здоровье. Спасибо. 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 Налейте еще по одной, я разрешаю сегодня. Вот. Спасли. Спасибо. У нас был корабль, классный корабль. Вы помните его ход? Большой вальс. Это был наш дом. Это была наша семья. Это была
наша земля. Выпьемте за Грозную. Еще по одной. Я разрешаю сегодня. Есть одно азартное дело. Спустимся на дно. Я знаю это место. Снимем орудие с Грозного. Обе башни. И поднимем их на Малахов, чего бы нам это ни стоило. А? Выпьем за первый залп. Везет, так не везет. Есть кто-нибудь живой? Принимайте дорогих гостей. Эй, ой! Кто здесь? Мария, королева. Добрый вечер. Извините, что без спроса. Какое огорчение. Прямое попадание в правый бок. Столовая больше не работает, товарищ. Вы видите, все разрушено. Какая досада. Утром уходим на Грозный. И прямо в море. По-моему, не в море, а на судно. Не в этом дело. И вот по этому случаю командир отпустил нас передохнуть. В глубоком тылу. Хотим немножко закусить и немножко повеселиться. Точно. Нет, вот от меня. Передам. Да, так что сделано. Талант? Нет, нет, товарищи. Отложите, пожалуйста, до другого раза. Зачем откладывать, Марии? Точно. Севастополь на завтра ничего не откладывает. Правильно. Завтра, может, мы встали на военный учет у Иисуса Христа. Нет, нет, мы будем хозяйничать, а вы будете у нас в гостях. Как доброе мирное время. У мамы. А Женя будет выдавать музыку. Женя. Женя-то ж талант. Боже. Ради нашего знакомства. Оденьте, Марийка, что-нибудь бальное на прощание. На прощание, шаль с каймою. Положение наше серьезное, и не будем волноваться. Антошка по-севастопольски, слово «татар» и «жур» «аляка». Браво, браво. Берусь вина. Что за стол без вина? Вино. Есть вино. Только где его взять? Эх, варенички у вы хороших, а? Варенички есть, варенички. Только где их взять? Вы хозяйничаете, а я ничего не делаю. Хозяйка ничего не должна делать. Хозяйка должна петь. Правильно. Вот тебе раз. А я не умею. Знаете что, Марийка? Заспевайте нам какую-нибудь сольную песню. Мы давно не слышали хороших песен. Для женского голоса. Вот именно, для женского. И такую нежную, такую, чтобы она согрела наши загрубелые души, чтобы мы вспомнили про наших детей, если, конечно, у кого есть, про нашу далекую любовь, а то от нас дуже сильно порохом пахнет. Женя, сыграй калитку. Любимая песня нашего командира. Он любит эту песню? Он и тонул с нею. Женя, отвори потихоньку калитку. Будь здоров. Женя, Женя. Ну, давай. Женя, ну давай, давай. Женя, не разговаривай, ты все время разговариваешь. Вечер затеплится синий, лишь только звезды блеснут в небесах, и черемук серебряный синий жемчугами украсит роса. Отвори потихоньку калитку и войди.
Маленький садик, как тень, не забудь потемнее на снизу кружева на головку надень. Там, где густо сплетаются ветки, у калитки тебя подождут. И на самом пороге беседки милый куст кружева сведут. Отвори потихоньку калитку и войди. Тихий садик, как тень, не забудь потемнее на снизу кружева на головку надень. Не забудь потемнее на снизу кружева. У вас получается походная песня. Ничего, ничего, давайте, Марина. Начинаем. Давайте. Вот это прекрасно. Петя, держи фонарь. Кавалеры приглашают нам. Я на вас одно лицо с нею галинкой. Профиль не особенно, а фасон точно. Скажите, можно доверять женским письмам? А что она вам пишет? Пишет, что любит, а верить или нет, не знаю. Верьте, такого парня, как вы, обманывать нельзя. Точно? Точно. Мария, Лена Цоли, мы когда-нибудь встретимся после войны? Все может быть. Я вам дам свой адрес. Может быть, захотите написать маленькое письмо? Хорошо. Я буду ждать. Буду ходить на почту каждый день, целый год. Как вас зовут? Меня зовут Зурат Зурико. Мой адрес. Третий заход. Эх, Мария Владимировна, как я переживал, когда вы пели. Ребята не дадут соврать. Когда я пела? Почему? У меня в Барановичах любовь без вести пропала. На вас похоже. Лицо мне так, а вот голос, голос как часы. Не знаю, встретимся ли когда-нибудь. Ну, конечно, встретимся. Встретимся? Конечно. Эх, Мария Владимировна. Что? Четвертый заход! Прошу. Я целый вечер хотел вам сказать. Что я вам, наверное, кого-нибудь напоминаю, да? Откуда вы знаете? Догадалась. Талант? Вы смотрели картину «Большой вальс»? Смотрела. Вы смахиваете на ту блондинку. Забыл, как ее зовут? Вот тебе раз. После войны Муся построил здесь шикарный ресторан. Посадит румынский оркестр. Забудем нашу ссору. Я приду с моря, и мы будем с вами целый вечер танцевать.
Товарищи краснофлотцы, ко мне. Оврал. Ясно? Ясно, да. Ясно. Ну вот, и окончим бал. Нам надо уходить. А вы, Марийка, не волнуйтесь, все будет в порядке. А я не волнуюсь, что случилось? Ничего, Мария Владимировна, мы вас в обиду не дадим. Мария, правый ворчик. Что значит победим? Потанцевать с вами не удалось. Женя, не разговаривай так много. Ну ничего, как-нибудь в другой раз. А беспокоиться не стоит. А что, немцы прорвались? Да, на Маккензиевых горах прорыв. Это я лихачу. Погасите, патруль откроет огонь. Я пришел проститься с вами. Вы уезжаете? Ох, я и забыла. Отсюда никуда нельзя уехать. Мне нельзя, вам можно. И даже нужно. Утром уходит подводная лодка в Новороссийск. Вы можете... Нет. У меня здесь погиб муж. Я, конечно, не смею вам приказывать, но вы должны жить ради... Ради многого вы должны жить. Нет, нет. Но я только хочу, чтобы вы, Мария, запомнили, что для всех нас ваше имя — родное имя. Вы уедете? Так. Прощайте, Мария. Вы были для нас образцом верности женщины своему долгу. Пережила тебя, любовь моя. Морская бригада? Где посыльные? Откапывайте. А порученцы? Вы хорошо видите танки? Медленнее, медленнее. К сожалению, слишком. А вы впервые их видите или раньше случалось? Медленнее, медленнее. Не впервые. Скажите, около вас есть кто-нибудь? Так чего ж вы нервничаете, черт вас возьми, на глазах у подчиненных? Держите голову холодной!
Вот тебе и Маккензи в горы. Я их сроду не слыхал, а здесь пришлось поработать. Суп? Давай косить. Кланяйся, всякой пулей кланяться шею свихнешь. Ты не бойся той пулей, что зюзит. Да далеко. А которая к тебе попасть хочет, той не услышишь. Все рвет. Пополам да надвое. Давай косить. Хути, товарищ капитан третьего ранга. Да-да, говори. Справа в роще немецкие танки. Количество 16 штук. Два потоплены. Личный состав Грозного собрался по вашему приказанию. Друзья мои, еще вчера мы держали дорогу на Севастополь у Маккензиевых гор. А сегодня она проходит здесь, на 4-м километре разрушенный домик. Идите туда, и пусть мимо вас никто не пройдет. Для связи, вы корма, я полубак. И помните, от дисциплины до геройства один шаг. Ясно? Ясно. Ясно. Вижу женщину на горизонте. Расстояние. Двух кабельтовых. Курс. Курс. Курс на нас. Что за женщина? Кто ее выпустил в такую погоду сюда? Так это наша Мария, королева! Точно! А ну, полный оврал! Полундра! Убрать паруса! Паруса убрать! Приготовить все для встречи! Ваня, цветы! Есть цветы! Пороги! Селедки, медяшки, подраить, за лопаты, палубу, покати! Слав, принимай. Доброе утро, Мария. Здравствуй, Марийка. Как и не судьба. Да вот по старой памяти принесла вам еду. О, да вы теперь военные. Кто бы вы ни были, Марийка, но вы наши гости. Извините за маленький художественный беспорядок. Безобразие. Швейцар ушел и закрыл парадный вход. Да. Ничего, мы вас примем как в лучших домах. Накройте нам, Марийка, вашими женскими ручками, как будто закончилась война. Нейтральной зоны. Вот. А где же пятый? А вот. Здрасте. Здрасте. Прошу, щи по-севастопольски, как в лучших домах. После таких щей, Муся, вопрос о судьбе Германии мне совершенно ясен. Вареничков бы хороших, а? Есть вареничков, только где их взять? Приятного аппетита. О, спасибо. Ну, чего еще хочет команда Грозного? Вина. Какой стол без вина? Есть вина? Как где его взять? Одну минуточку.
воды, потихоньку катите кубки. К сожалению, противотанковые. Да, часто мы вспоминали о наших танцах. Ничего, мы сейчас с вами потанцуем. И на самом пороге беседки с неверху скрывает. Ква-ква-ква. Потихоньку ходить. Где он теперь? Кто? Кто? Наш капитан третьего ранга. А-а-а. Мы корма, а он голубак. Его голос. С Малахова слышим. А он на Малаховом? Да, на Малахове. Да-да. А я по дороге встретила раненых. Они говорят, что немцы штурмуют батарею. Штурмуют? Чего? Он всегда там, где штурмует. Вижу 10 танков. Идут на меня. По местам? Голубак. Голубак. Голубак, я корма. Голубак. Голубак. Тут ведь черт, нет связи, наверное, провод перебили. Голубак. Сеня. Сеня. Семафор на Малахов на батарею. Прошу огня на 4-й квадрат. Вижу, 10 танков идут на меня. Есть передать, прошу огонь на 4-й квадрат. Вот гад. Женя! Помоги сойти. Стёпа. Ох, Сеня. Даю подняться хоть. Понимаешь, здорово. Ничего, ничего. Заживёт, Женя. Сейчас перевяжем. А, всё. Давай, старшина, ну что за... Это я. А, смотри. Не будь смотри. Так. Все, ну покрепче, покрепче. Смотри-ка, бутылочку. Ложись! Вам повезло, Марийка. Прямо с корабля на бал. Теперь отсюда не скоро выберешься. А вы обо мне не беспокойтесь. Дайте еще-ка бутылочку. Хлопцы, а ну не увлекайся там. Их только допусти до бутылок. Мария Владимировна, еще бутылочку. Там уже ничего не осталось. Последняя? Горло пересохло. Пусть еще бутылочку шампанского. Скорей. Спокойной ночи! Не давай текать! Не давай текать! Марийка! Нет!
лицо, гад. По этой дороге вам Севастополь не пройти. 4-0 в пользу команды Грозного. Нахалы. Завтрак испортили. Дорогу, а? Вот все, что осталось. Да, ни жена, ни матросы не говоря, положение наше серьезное. И кроме этого, держать больше нечего. Ратингером. Ну ладно, ладно. Зураб, пошукай там, может, что-нибудь еще осталось. Если опять пойдут на нас танки, надо действовать. Наверняка. Все. И чтоб ни одна граната даром не пропала. Ясно? Ясно. А что, ребята, есть тот свет или нет? Не знаю. А что? Когда капитан Гастелло шел на смерть в пике, он этого не спрашивал. Точно. Да это я так пошутил, а вы уж... Дорогая, аж на большую землю передай от нас привет. Знаете что? И я пойду с вами. Дала бы лишняя граната, Марика. Вы бы знали, пошли. А за даром гибнуть слишком большая для немца честь. Если здесь что-нибудь случится, проберитесь до Малахова. И передайте нашему командиру, но пасаран. Они не пройдут. Он знает по-испански. Точно. Мария, мне очень стыдно за тот кошмарный случай, но не поминайте лихо.
Полубак, я корма, полубак. Я ничего не вижу. Не думай о боли, думай о чем-нибудь другом. Не спи, не смей спать. Скажите командиру, все было как надо. Ребята работали честно. Вы слышите? Они идут. Дорога же открыта. Они идут в Севастополь. Просите огня! Просите огня! Я не умею. Вот, запоминай. О! Огонь! Меня! Меня! О!
здесь. Будем чинить батарею. Немцы могут прорваться к дороге на 4-й километр. Там 5 моих людей. Оставьте меня. И пусть у вас мозги работают только вперед на немцев. Мои, в случае чего, стоять насмерть. И если к вам придут люди с моим приказом отступить или оставить позиции, убейте их, как предателей. И если вместо них приду я и повторю то же, стреляйте в меня. Сказали, вы адмирал Корнилов. Товарищ капитан 3-го ранга! Товарищ капитан 3-го ранга! И пусть у вас мозги работают только вперед на немцы. Товарищ капитан 3-го ранга, какая-то женщина сигналит. Наверное, ребята на корме погибли. Кто сигналит? Сигналит. Вот, смотрите. Я хочу сказать вам, севастопольцы, пришедшие сюда на Малахов курган для последнего прощания с товарищами, и вам, друзья мои, услышьте и вы меня, потомки Нахимова, внуки Ленина, во имя победы, избравшие бесспорно смерть, а не позор поражения. В этой земле спят мятежники, броненосцы Потемкин, герои-севастопольцы. Под этим крестом кровь адмирала Корнилова. Вы будете лежать рядом с ними, как равные среди бессмертных. У этой солдатской могилы я клянусь вам, товарищи мои, матросской клятвой, никуда не уйду от вас с этих берегов.
приказу штаба обороны вместо салюта огонь по врагу! На родину! На Севастополь! Со мной! Так день за днем, час за часом, минута за минутой шел тяжелый бой за время, и севастопольцы выиграли его. Борьба кипела же у самого моря. Ноги бойцов омывала соленая вода, но грудью они еще прижимались к земле. Море правду было черным от крови врагов. Глубоко в подземных коридорах 35-й батареи, где теперь помещался штаб, ждали приказа Москвы. Наступило утро 250-го дня обороны. Никогда не забудет Севастополь. Еще у тебя 3 такие победы, и у них не останется солдат. Ведь здесь полегло больше 250 000. Но этот счет не окончен. Их пляжут еще больше, когда мы вернемся. Я думаю, вы поняли. По приказу Верховного командования мы оставляем Севастополь. Вице-адмирал, прошу извинить за опоздание. Только что прибыл с левого фланга. Входите. Нам объявили, что... Да-да. Мы оставляем
территорию, на которой стоял Севастополь. Разрешите обратиться с небольшой личной просьбой. Я слушаю вас. Товарищ вице-адмирал, прошу оказать мне честь уйти отсюда последним. Почему именно вам? Вы вернули меня на Грозный. Теперь я один представляю его команду и его флаг. Я поклялся на могиле последних людей моей команды никуда не уходить с этих берегов. Если бы я был на вашем месте, я поступил бы так же, как и вы. Скажите, у вас есть семья, невеста, жена? Холост, товарищ вице-адмирал. Совершенно холост. Ну что ж, назначаю вас старшим морским начальником Севастополя. В первую очередь надо вывести в море всех раненых. Там их подберут корабли. Есть, товарищ вице-адмирал. Все, что может принести пользу немцам, взорвать. Вам ясна эта задача, товарищ капитан Третьего? Товарищ капитан второго ранга. Ясно, товарищ вице-адмирал. На берегу останетесь последним. В крайнем случае постарайтесь пробраться с партизаном по Балаклавской дороге. Это опасно, но не безнадежно. Ясно. Вы часовой. Вам смены нет. Не будет. Ясно, товарищ вице-адмирал. До свидания. До свидания, товарищ вице-адмирал. О чем задумался? Никак нет, не задумался. Соображаю. Соображаешь? Да. О чем? Должен тут, товарищ капитан, брод быть. Брод? Ну что ж, в случае чего место в шлюпке найдется. Да я не про тот, что туды. Я про тот брод, что обратно. Когда ворочаться будем, где способны вылазить. Я ведь, товарищ капитан, так полагаю. Где-нибудь мы их подгадаем. И я думаю, подгадаем. Замануть бы их! Да и косяками, косяками бы их отхватывать. Ты какого звания? Младший сержант СИЗОВ Никит Егорович. Младший сержант? Так точно. Маловат тебе чиндаль, Никит Егорович. Так место такое, тут либо покойник, либо уж полковник. Посмотри-ка, остались еще женщины здесь или нет? Есть, посмотрите. Товарищ капитан, решите обратиться? Ну-ну. Интересуюсь знать, правильно ли говорят, что англичане порт Сингапур врагу оставили, либо обратно врут. Да, порт Сингапур оставили. Так. Мне, конечно, с родственников там нетути, но со стороны международной душа болит. Ну ничего, управимся. Прошите идти насчет женщин. Идите. Есть. Мария! Прощаемся. Как? Уходим.
корабль Севастополя. Я не знаю, кто вы для меня больше, Мария. Сестра или невеста. Но впервые женщина, которую я... которая мне очень дорога, уходит в море. А я остаюсь на берегу. Ну, садитесь. Там раненые. Им, возможно, понадобится ваша помощь. В открытом море вас подберут подводные лодки. Да, мы вернулись в Севастополь. Мы твердо стоим и будем стоять на этих святых холмах. И мы еще поживем для смерти врагов наших.